Так, ребята, дорогие мои подписчики, друзья, и снова я. На этот раз у нас вышел финальный трейлер «Планеты обезьян», да, «Новое царство», последний трейлер, и наконец-то уже на экран выходит, да, долгожданная часть, популярная тоже, ну, сказать, франшиза, да, может быть, или серии, да, там, кинотрилогии. Поскольку в данный момент очень популярно, да, называть такие вот фильмы, да, вроде, да, такой трилогии. Ну, франшиза, конечно, уже зашла за трилогию, да, уже около 5-6 фильмов уже снято, не ошибаюсь я. И глянем давайте, ребят, да, поскольку, как нам известно, главный герой будет уже, возможно, сын шимпанзе, да, которого Цезаря. Цезарь, как нам известно, ну, умер, да, в последней части, ну, или вроде бы до еще части, да, я уже не знаю, там столько выходит до серии, что уже не угнаться, что было в части, да, какие там события происходили, но факт остается фактом, ребят. Что ж, давайте глянем, да, какие события, да, покажут нам, затизерят. Поскольку работа операторов, да, работа режиссеров по предыдущему трейлеру была на высшем уровне, да, молодцы. Они как бы, ну, умеют показать красивые кадры, умеют красиво продемонстрировать, да, какие будут элементы киношные, да. Так сказать, хватку еще не потеряли. Ну, в особенности понятно, что шимпанзе это вот, ну, играют реальные люди, да, но не просто надеют такие вот маски, заходы в движение, да, и уже обрисовывают их в настоящих, как будто бы обезьян. По сценарию, что то, что будут нас показывать, якобы, ну, род людей уже вымер, да, или там вымирает уже на грани, да, все уже. И, ну, как нам известно, это фантастика, да. Будто бы обезьяны развились, ну, развились, и уже интеллект у них уже превышен, да, даже выше человеческого, будто бы, да. Ну, по сюжетной линии нам пока неизвестно, да, но я как бы так просто подозреваю, но я говорить пока что не могу, ребят, потому что я могу ошибаться, и режиссеры, да, и операторы, и сценаристы, они могут действовать, ну, как сказать, принципиально, да, и сделать необычные такие сюжетные повороты. Что, ребят, давайте посмотрим, да, очередную серию трейлера, финального трейлера «Планета обезьян. Новое царство» 2024 года. «Обезьяны, ребят, возвращаются». Финальный трейлер. Your father, he waits. Much to learn. Much to teach. There are dangers beyond our... Какая массовка, ничего себе, ребята. Our village. What a wonderful day! Ну, это, блин, реально фантастика, ребят. Прям как будто я же... Ну, не может быть такого, чтобы обезьяны гоняли людей, да? Ну, блин, напридумывали же сценаристы, блин. Прям День Победы, что ли? Ничего себе. Так вот же, через пару дней. My family. I will find them.
I will bring them home. Нифига себе, ребята. Это город таким стал, что ли? Сколько прошло времени, а? Еть. Все заросло же. To survive, remember your strength, your compassion, your mercy. Why do they hunt her? She knows the human secrets. I have a name. May. Ух ты ж, блин, актриса она, блин, реально. Прям подходит, да, ребят? I know where they're taking your clan. You chose a human over an ape. This was a human place. It is not yours. It is now, isn't it? The elders did not tell us everything about this world. Nor bend for your king. Never. Блин, молодцы, ребят, Дани. Сильно-сильно, признаю. Постарались, да? Операторы именно, вот, они же готовили же трейлер, да, перед выпуском. Блин, молодцы. Вот не зря они делают, да, такие фильмы, а вот не зря им платят такие бабки. Давайте, ребят, еще раз глянем, да, потому что мне очень понравился, я очень эпичный такой, да. Ну, как и умеет делать Голливуд, да. Это того стоит, ребят, того стоит. Так, 20 центр студиос, да, Фокс? Блин, реально, да, уже не хижины такие, да? Блин, все так натурально сделали. Сын. Your father. Капец у него, хотя... Старился. He waits. Получается, да, да? Когда Цезарь еще жил, она была молодой. Получается, прошло очень много лет, да? И она уже состарилась. А сын уже вырос. В принципе, это логично. Much to learn. Much to teach. There are dangers beyond our village. What a wonderful day! Блин, прям натуральная охота у них. Короче, сюжет будет развернуться тогда вокруг этой девушки, да? Она знает секрет людей, и вот они будут на нее охотиться, да? Якобы сын Цезаря будет должен будет ее защищать, да, и вернуть себе свой народ.
и как бы свой такой титул, да, короля. Я так предполагаю. I have a name. May. I know where they're taking your clan. You chose a human over an ape. This was a human place. It is not yours. It is now, isn't it? Какая массовка, ребята, блин. Кошмар. Это сколько нужно людей задействовать, а? Блин, может быть, и в футаже даже, да, часть, но, блин, столько проработки здесь. The elders did not tell us everything about this world. Nor bend for your king. Never. Да, круто-круто. Мне вот интересно, ребят, а это как бы, ну, перерождение, да, перезапуск франшизы самой, или же это как бы вот, да, новая или последняя часть, да? Ну, по названию, что новое царство, это намекает то, что якобы перезапуск, да, ну и как бы и рода продолжение, да, в дальнейшем. А, потому что они бы не стали просто так делать. Да, ну, понятно, что это бизнес, да. Делать фильм с таким размахом, да, с таким названием, и к тому же актриса молодая есть, да, уже дает такое почву размышлений, да, и семя размышлений, то, что серия будет дальше, в дальнейшем будет развиваться. Тут молодой уже сын Цезаря, да, мать уже состарилась, и, видимо, он возьмет на себя ответственность, да, перед своим народом, перед обезьяной. Есть уже протагонист, уже враг, да, якобы, да, злодей. И он должен, как бы, его, стол его, так сказать, убрать, да. Тут также предыдущие, да, знакомые тоже герои есть. Вот шимпанзе, да, такое более коричневое, такое плотное. Как мы знаем, в предыдущей части он, как бы, он стал за место, якобы, да, Цезаря, да. Ну, не знаю, ребят. По сценарию пока что, ну, непонятно, да, но так уже чем-то я догадываюсь. Потому что целых 2 минуты 35 секунд, да, нам показали. Это вполне достаточно, чтобы, ну, хотя бы примерно понять, да, о чем будет фильм. Ну, прям массовка отличная, да, потому что столько задействуют людей, и понятно то, что это компьютерная графика, но прям проработка четкая. Напишите в комментариях, что вы думаете, да, по поводу этого ролика и по поводу некоторых кадров. Да. Ставить на паузу, то можно очень, как бы, ну, прилично так вот, так сказать, забрать. Вот. По поводу актерского состава. Тут, видимо, актриса либо она только начинает актерскую деятельность, да, либо уже есть актерский опыт, да? Ну, я предполагал, что есть молодая, ну, не молодая, даже сейчас даже более в таком возрасте, да, уже актеры задействованы. Вот. Да, в общем, Цезаря нет, но с нами его сын. Также Цезаря надо. Уже состарилась. Прошло очень много времени. Города пали, все пали одна, когда в погоне будет за одну девушка, которая якобы там знает секрет людей, да, и будто бы может научить людей, да. Что ж, глянем, в мае, вот уже через пару дней будет состояться премьера. Ну, я лучше посмотрю через онлайн-кинотеатр, потому что, ну, так проще. Как известно, в онлайн-кинотеатрах он выйдет нам позже, через месяц, а то и два. Ну, глянем, как получится. Пока что я не знаю, смогу ли посмотреть его в кинотеатрах. Ну, чисто по времени. Вот, ребята, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу трейлера, да, что вам
приметилось, да, что вы заметили, что вы думаете, да, насчет общего замысла, да, сценаристов, режиссеров, и какой посыл донесет, да. И вообще, ну, будет ли продолжение, да, или это вообще перезапуск серии, потому что, ну, я предполагаю, что это будет такое вот перерождение, будто бы. Потому что, ну, намек дают. Молодая актриса, сын Цезарь, да, довольно уже молодой. Ну, примерно в таком возрасте, когда вот был Цезарь молодой, да? Вот, в самых первых частях. Да. Вот так, ребята. Ждите, да, новых запусков, ну, новых выпусков. А у меня на этом все, ребят. Я свое мнение уже сказал. Вам понравится, и также можете раскритиковать меня, поставить там дизлайки или лайки, поделиться видео. Мне как бы, ну, будет приятно, да. Я принимаю все, и даже дизлайки. Я буду очень признателен, то, что вы оставите, ну, свой посыл, да, свой комментарий, свое мнение. В общем, на этом все. Пока.